Какие наши действия? Нагрел нас Костик. Один домик дал 2 раза и во, абонент не абонент. Так что, собственно, здесь происходит? Я вас спрошу, барышня. Сонь, ты где? А где спасатели? Соня! Левей! Левей смотри! Правей, ныряй! Я там смотрел. Ребят, вот там плавали! Да! А что случилось? Что? Тоня! Что, Тоня? Я тут при чем? Слушайте, вы меня достали! Одна припадочная Тоня, другая истеричка орет! Я сюда на море приехала нервы успокаивать, а не с вами тут возиться! Люди сюда отдыхать приехали. Все мозги выносишь. Дельфин русалку полюбил, глубокой трепетной любовью. Он чуткий сон ее хранил, нес жемчуга ей к изголовью. Он позабыл, что он дельфин, забыл семью свою родную. Антонина, ведь такая женщина. Вот, моя жена Наталья. Здравствуйте, очень приятно. Я им еще. Где мой муж? Успею. Дура, напугала. Откуда я знаю, где твой муж? Не врите, я знаю, что он здесь. В доме дети спят. Не орите на меня. Как вы меня понимаете? Да клонись ты! Дура, я же плавать не умею. Открываем шкафы, достаем скелеты. Да вы тут все с чудинкой. Достали. Вы посмотрите на себя, вы посмотрите, он заслуженный учитель. Вам просто детей доверять нельзя. Господи, боже ты мой. Тоня, ну ты... Да вообще вы вокруг молчите. Антонина. Кобель! У тебя жена беременная. Я тебе подскажу, юбку лезешь. Тонечка, давай... Не надо меня трогать! Доктор, это же диагноз, да?